четвертом квартале глава региона поставил задачу еще добавить заработную плату именно простым рабочим. И практически все предприятия Кузбасса откликнулись на это предложение. Теперь задача областных властей проконтролировать, чтобы деньги реально поступили к людям. Кто-то добавляет 10%, кто-то 5%, кто-то 3%, но большинство, конечно, выходит на цифру 10% сейчас. И с учетом того, что было сделано еще повышение за первые три квартала, все наши предприятия уверенно выходят на цифру больше 10%, кто-то 15%, кто-то даже 18%. Я считаю, что это серьезное достижение, но мы будем внимательно еще смотреть за тем, что эти повышения заработной платы реально поступили к нашим рабочим.